Занятость подростков. На работу уже трудоустроено около 600 несовершеннолетних. Доказательства собраны. Уголовное дело обвиняемого в педофилии направлено в суд. Награды первенства. Юные армавирские хоккеисты стали обладателями серебряных медалей. Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19.00, повтор в 6 утра, 6.30 и 12 часов 30 минут. А также в любое время суток на сайте городармавир.ру.